Вы глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Які процеси тепер йдуть у Росії? Чи може війна перетвориться для росіянців у айчинною? На якому етапі свого існування знаходяться режими у Росії і Білорусі? І чи махчима їх консервація? Про гэта і про інше ми поговоримо з російським істориком, доктором історичних наук, професором Андреєм Зубовим. Добрий день, Андрій Борисович. Добрий день, Сергій Павлович. Рад вас. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российского общества? Удается ли пропаганде держать его под контролем? Можно ли назвать режим Путина полностью стабильным? Нет, я думаю, что сейчас уже полностью под контролем держать российское общество Путину не удается. И он, собственно говоря, это знал, поэтому он всеми силами пытался не вводить мобилизацию в России. Но генералы и, видимо, экстремистские силы, какие-то типа Кадырова того же, или Пригожина, они сказали, или ты вводишь мобилизацию, или мы проигрываем войну. Потому что наша армия меньше украинской. В Украине это было так в сентябре. И мы не можем победить. То есть после отступления из Харьковской области, я думаю, Путину был выставлен ультиматум. Или мобилизация, или война проиграна. И в этой ситуации Путин пошел на то, что он, на что он очень не хотел идти, на, как он называл, частично, на самом деле это, безусловно, всеобщая, но только растянутая мобилизация. И в результате этого его рейтинг обрушился. Около 1 000 000 человек уехало из России. Часть из них вернулась, но большая часть не вернулась. И эти люди, естественно, лишь часть того общества, которое было шокировано этой мобилизацией. У молодых людей, которые попадают под мобилизацию, есть жены, есть невесты, есть матери, отцы, бабушки и дедушки. И большинство из них, конечно, может быть, даже были пропутинскими в до мобилизации, но когда надо было слезть с дивана их внуку или сыну и брать в руки оружие и идти умирать в Украину, они против этого. Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. И мне кажется, что сейчас, хотя никакие серьезные социологические опросы нельзя сейчас проводить в России, сейчас большинство русских людей против этой войны. Не по моральным соображениям, и даже не по соображениям политическим, по соображениям сугубо личным, и не поддерживают политику Путина. Я уверен, что теперь к ним будет постепенно вползать страх и сомнение во всем том, что до этого говорила власть. И этот процесс не одномоментный, не в один день, даже не в один месяц, но он приведет к полному обрушению системы. Вот такова ситуация сегодня в России. Андрей Борисович, вы не раз говорили, что война закончится победой Украины. Считаете ли вы возможным полное принятие русским народом поражения от Украины? Именно от Украины, а не от НАТО и коллективного Запада. То есть вот меня волнует вопрос состояния общества. Возможен ли в России коллективный катарсис через признание вот, поражения и вины за то, что случилось? Ну, Сергей Павлович, мы должны, в общем, даже ясно понимать, что, конечно, Украина вносит очень огромный, большой вклад в победу. Мужество и самоотверженность украинского народа нельзя ставить под вопрос. Но, безусловно, без коллективной помощи Запада война была бы уже давно Украиной проиграна. Возможно, была бы партизанская война, как вот украинская повстанческая армия вела после 45 года до 54 года в Украине. Но не настоящая война. А сейчас идет настоящая война с линией фронта, понятно, с правительством украинским в Киеве. Но это благодаря тому, что Запад огромные поставки вооружений делает. И второе, что очень важно, дает огромную финансовую поддержку. Один Евросоюз,
ежемесячно дает примерно 5 миллиардов евро на поддержку Украины. Это огромные деньги. Финансовая система Украины из-за этого более-менее стабильна. Иначе бы она не просто бы рухнула, ее бы не было. Поэтому русский народ, безусловно, воспримет это как победу не только Украины, а победу коллективного Запада вместе с Украиной. И это будет правильно. Но после этого он должен будет делать выводы. Он будет рассматривать эту победу как поражение России или как, наоборот, освобождение России от путинского режима, который пытался и пытается до сих пор отвратить Россию от всего мира и от Запада в том числе, или будет радоваться этому поражению, потому что оно вновь соединило Россию, как это было в 90-е, в начале 2000-х годов, с мировым, с миром, с Западом, с мировой и экономикой, и финансами, и культурой, и всем прочим. Эта же альтернатива была и в Германии. Что произошло в Германии в 1945 году? Поражение нацизма или поражение Германии? И вот Германия сейчас говорит, что произошло поражение нацизма и освобождение немецкого народа от власти Гитлера и его клики. Именно это празднуют немцы 8 мая каждый год. И я думаю, что то же самое будет и в России. А как вы считаете, возможна ли консервация режима Путина даже в случае поражения войны, в войне против Украины? Возможно. Такой вариант возможен. Но маловероятен. В сущности, консервация произошла, вот, скажем, большевистского режима после разгрома Красной армии в польской войне в 20-м году. Чудо на Висле. Вот после этого произошел не крах большевистского режима, а его консервация. Иран. После того, как он проиграл войну с Ираком, режим Аятолл не рухнул, а законсервировался в Иране. Возможно ли такое в России? Возможно, но маловероятно. Почему? Не потому, что это мне или вам, или нам обоим не хочется, а потому, что есть определенные предпосылки консервирования режимов, которые потерпели военное поражение, авторитарных режимов, которые потерпели военное поражение. Для этого этот режим должен быть связан с народом, общим прошлым. Он должен прийти был к власти на волне народного волеизъявления, ценой даже пролития крови народа ради того, чтобы свергнуть старый режим и привести к власти тот режим, который вот проиграл войну. Как вы понимаете, так было в Советской России, которая во время гражданской войны утвердила новую власть. Так было и в Иране, когда была революция, мусульманская, шиитская революция, аятолл в Иране. И поэтому народ считал режим своим. Своим. И такому режиму, своему режиму, он был готов простить поражение. Но когда народ не считает режим своим, а считает этот режим чужим, режим для режима, а не режим для народа, тогда он ему не прощает поражение, и тогда он его свергает. Ну, естественно, возникают какие-то политические силы, которые используют это недовольство народа, и так в той или иной форме режим рушится. Вот, понимаете, так произошло в Германии, где режим гитлеровский поддержал сначала в 1933 году немецкий истеблишмент, старая немецкая элита. А в 1945 году, когда увидели, что Гитлер обанкротился с его планами войны и нового порядка, она также точно протянула руку Западу, старая немецкая элита, чтобы сохранить свои деньги, свои заводы, ну и вообще свою рукопожатность в мире. И знаменем этой
изменивший ориентацию элиты, был Конрад Аденауэр, была христианская демократическая партия Германии, которая возглавила Германию на выходе из вот этой катастрофы Второй мировой войны. Вот мне кажется, что это вариант более похожий на Россию. Здесь старая элита, которую отнюдь не народ, проливая кровь, привел к власти. Это элита, это КГБшники, это партийная элита, которая управляет Россией уже 100 лет. Эти люди к ним очень скептически относятся в России, считают их денежными мешками, ворами, присвоившими себе все имущество страны в результате, как у нас это называют, прихватизации. А естественно, Путин один из них с его Геленджикским дворцом. И люди не поддержат этот режим, если он проиграл. Пока Путин выигрывал, он был молодец. Он действительно осуществлял чаяния, глубинные чаяния русского народа. Они, к сожалению, имперские. Но когда он не смог осуществить, пошел вон. И я думаю, сами эти чаяния изменятся очень сильно. Надо постараться. Это, конечно, уже задача наша, задача ученых, задача педагогов, задача масс-медиа. Надо постараться объяснить людям, что вообще все эти имперские идеи – это болезнь. И от них надо избавляться, от них надо исцеляться. Вот. Но то, что люди пойдут умирать за проигравший режим добровольно, не будет этого. Люди не идут даже на фронт. Вон миллион человек сбежало, чтобы не попасть под мобилизацию. Мы знаем каждый день. Люди, даже призванные в армию, отказываются брать в руки оружие, отказываются отправляться на фронт, начинаются процессы уголовные в России. Так что шансов заморозить режим у Путина очень мало. Я не говорю, что их нет, но их очень мало. И в этом смысле перспектива на смену режима, на демократический, постепенная, конечно, но ясная. Вот как раз о демократии мой следующий вопрос. Некоторые аналитики считают, что в России из-за того, что страна остается многонациональной, фактически империей, демократия невозможна. Мол, постоянно нужна твердая рука, чтобы контролировать национальные окраины. Теперь из России уехало очень много спикеров, интеллектуалов, которые оптимистически смотрят на этот вопрос. Вместе с тем, аналитики с соседних стран, бывших сателлитов России, очень пессимистически смотрят на это. Как вы считаете? Ну, вы знаете, самое плохое для аналитика – это выдавать желаемое за действительное. Если аналитику из соседней страны хочется, чтобы распалась Россия, он так и должен говорить: «Мне хочется, чтобы Россия распалась». Но не говорить, что так должно объективно произойти. Потому что это есть подмена. Андрей Борисович, речь о демократии. Возможно ли в России демократическое устройство какое-то более-менее долгое время? Утверждают, что из-за многонациональности это невозможно. Ну, это, понимаете, легко объяснимая ошибка. Ну, например, в Индии многонациональное государство намного более сложное, намного больше народов, даже рас, там есть, как вы знаете, и негроидная раса, и европеоидная раса, и монголоидная раса в Индии, все есть, как известно. Вот, языки, и дравидские, и арийские, чего там только нет. И тем не менее, Индия – это самая большая демократия Земли, федерация. Кстати говоря, довольно жесткая федерация, не такая мягкая, как, скажем, американская. Там штаты имеют меньше прав, чем в Америке. Но, тем не менее, она существует благополучно. Англичане там дали когда-то первые импульсы народовластия, и потом их активно развили уже в независимой Индии. Вот Индия – демократия, многонациональная демократия. Соединенные Штаты, по сути говоря, тоже многонациональная демократия. Процент людей, которые говорят не на английском языке в Америке, намного выше процента людей, которые говорят не на русском языке в России. Тоже вам, пожалуйста, вот явный пример. В конце концов, Великобритания тоже страна многонациональная. Как вы знаете, даже анкету на
получения британской визы можно заполнять или на английском, или на кельтском, валийском языке. Я думаю, никто не заполняет на кельтском, но формально это право присутствует. Так что Великобритания – это страна шотландцев, валийцев, англичан и, разумеется, масса людей из бывшей империи, которые приехали туда жить и прекрасно живут. Вот сейчас только что премьер-министр избран индус и панджабский индиец. Вот, поэтому, на самом деле, многонациональность не противоречит демократии. Другое дело, многонациональность противоречит империи. И здесь наши слушатели должны ясно понять, что империя – это латинское слово, которое означает принуждение. Империум – это властное принуждение. Поэтому в той же Римской империи, там, скажем, Палестина хотела быть независимой, но ее принуждали, как мы помним из евангельских рассказов, принуждали быть частью империи. Она хотела освобождения. В этой случае работает имперский принцип. А в случае Индии работает демократический принцип федерации, взаимного интереса, уважения взаимного прав, гражданских прав различных национальностей. Я совершенно уверен, что Россия может построить многонациональное демократическое федеративное государство, в котором будет выгодно находиться и татарам, и бурятам, и якутам, и малым народам севера. Всем будет им интересно в нем находиться. И это у нас партия, наша партия «Народная свобода» даже имеет свою программу национальную. Те наши слушатели, которые хотят, легко на сайте Парнаса ее найдут. И увидите, как мы предлагаем решить эту проблему. И вопрос о режиме Александра Лукашенко, Андрей Борисович. Опять же, многие считают, что даже в случае падения режима Путина в России Лукашенко сможет удержать власть, и страна в форме автаркии сможет существовать годами и даже десятилетиями. Как примеры приводятся Куба и Северная Корея. Каково ваше мнение о будущем Беларуси? Ну, вы знаете, конечно, Куба и Северная Корея – это ужасные примеры. Вот, кстати говоря, пример Кубы ясно говорит о том, что Соединенные Штаты не вмешиваются во внутренние дела страны, которая буквально находится у них под боком, и режим, в который можно было бы сменить сейчас очень легко. Ну, или сейчас, скажем, в 90-е годы, можно было сменить очень легко. Но, однако, не сменили. Уважают право самого народа выбирать себе правителей. Это некий такой принцип современного демократического мира, и я его понимаю и уважаю. Потому что свобода, которую дали на блюдечке, она никогда не утверждается, она всегда плохо пахнет, потому что это в некотором роде плод иностранной интервенции, и не вызывает любви у самого облагодетельствованного народа. Ну, скажем, сербам во многом благодаря России была дана независимость в 1978 году на Берлинском конгрессе в 1878. Но отношение сербов к России было амбивалентным, а болгары просто воевали против России в двух мировых войнах. Поэтому надо свободу завоевывать сами. Это общий принцип. Я думаю, что Лукашенко в значительной степени опирался на поддержку Путина. И люди, которые выходили в 2020 году на митинги с требованиями смены режима в Беларуси, они, может быть, до конца не понимали все, что если лукашенковский режим треснет, то просто будут в той или иной форме введены российские войска, чтобы утвердить с Лукашенко или без Лукашенко прорусский авторитарный режим в Беларуси. Если в России будет демократический режим, он, безусловно, будет политически и морально поддерживать демократический режим в Беларуси. Ту же Светлану Тихановскую. Но, конечно, сбросить Лукашенко – это задача самого народа Беларуси. И если он на это решится, а мне кажется, что он на это решится, то тогда без поддержки Путина или другого авторитарного режима в Москве белорусский лукашенковский режим не просуществует долго, и автаркия
недолговечно, но, опять же, это воля самого белорусского народа. Я уверен, что он имеет эту волю к победе. Это, кстати говоря, одно из объяснений, почему Лукашенко боится использовать белорусскую армию в войне с Украиной. Я думаю, он ясно понимает, и ему его разведка об этом говорит, что очень многие белорусы, если не почти все, в армии просто повернут оружие против Лукашенко и или присоединятся к украинской армии, или, по крайней мере, откажутся воевать. Ну, из вашего ответа я понял, что все-таки теоретически вы допускаете возможность существования режима и без поддержки Путина. Ну, вы знаете, мы ведь не самые пророки, не бабка Ванда, чтобы говорить будет так, а не так. Мы ученые, и всегда у нас есть допуск. То есть, скажем, я так скажу, что я даю примерно 10% на то, что режим Лукашенко сможет автономно достаточно долго существовать в Беларуси. И 90%, что он будет свергнут в течение ближайших недель или самое большее месяцев после восстановления демократического режима в России. Дякую, Андрей Борисович, за гуторку. Всего на связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У Празе для вас працавал Сергей Абламейко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте и робите репосты, коли у вас есть такая махчимость.